Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Смотри. Значит, как вам уже известно, Ubisoft празднует 30-летие свое, да? И уже подряд 7 месяцев раздает бесплатно на Uplay, значит, Ubisoft-овские игры. Бесплатно. Лицензии с мультиками, со всей балдой, короче, ребята. Так что предыдущий репост у меня, посмотрите в группе. Качайте, пока есть возможность. Вот в декабрь вчера только началась как бы раздача этой бесплатной игры на Uplay от Ubisoft. Значит, это Assassin's Creed 3. Так. И сегодня я хочу, ребята, попробовать играть в мультиплеер. Посмотрим, есть ли там народ. Одиночку мы попробовали. Графика очень хорошая, физика хорошая, в принципе, игра обалденная. Тем более на халяву с мультиплеером, лицуха. Всем советую пройти в Ubisoft, там на Uplay, значит, зарегаться и приобрести эту бесплатную игру, пока она в декабре есть в свободном доступе, то есть от Ubisoft. Вот. В принципе. По поводу розыгрыша у меня в группе лицензии Spintires, ребята, ну, пока еще не определился с правилами розыгрыша, но обязательные первые требования это будут подписаны быть обязательно в группе, на мой канал. Игра будет раздаваться. Игра будет раздаваться тем людям, разыгрываться среди тех, у кого в Стиме нет лицензии игры. То есть у кого нет лицухи, ребята, я с радостью победившему подарю ее через Steam. Иначе ключом, то есть никаким, это все дело не прокатит. Нужно будет добавиться ко мне в друзья, и я подарю ее через Steam победившему в розыгрыше. Как бы это вот такие основные пока что правила. Ребята, смотрите видео, потому что иногда я забываю сказать там о каком-то розыгрыше, о каких-то новостях, и поэтому я могу сказать даже в конце видео, как бы в середине видео. То есть кто не смотрит видео полностью, то я думаю, что многих новостей не знают, а в группе прописывать, как бы у меня нет времени там лишний раз там что-то писать, записывать, поэтому мониторьте все это на канале, именно в видосах, как бы вся информация в основном будет там, основная информация, то есть кому это интересно, кому это надо, кто хочет там что-то выиграть в розыгрыше там и так далее, какие новые будут там доработки очередные какие-то или что-то еще, какие-то новости, ребята, смотрите видео, и в видео вы все узнаете. Есть желание, смотрите, нет желания, никто вас не заставляет. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Но потом, когда люди будут выигрывать, и вы будете задавать себе вопрос, почему не я, задайте себе вопрос, какого фига вы не смотрели видосы и не владели информацией. Вот такой у меня разговор, значит, такая информация к вам. То есть розыгрыш будет для тех, у кого нет лицензии Spintires, будет... Победитель разыгран в группе. Каким макаром еще буду я смотреть? Может быть, по репостам, может быть, по лайкам. То есть совершенно еще без понятия. То есть вот. Поэтому мониторьте всю информацию, ребята, в видосах, в группе информации о розыгрышах. Может появиться вообще, в принципе, даже в день розыгрыша появится информация о розыгрыше игры. И люди, которые заранее там за несколько даже месяцев смотрели видео и мониторили это видео, естественно, у них больше шансов победить. Они будут раньше ставить лайки, там какие-то репосты делать и так далее, делиться видео. То есть розыгрыш может быть не только по группе, может быть розыгрыш и по каналу, по определенному видео там или чему-то еще. То есть вариантов будет еще, возможно, миллион. По какому параметру, скажем, будет разыграна игра. Поэтому, ребята, смотрите видео. В видео все самое интересное.
С вами, как всегда, Драйвер51Рус. И давайте попробуем, значит, бесплатную игру от Ubisoft, которую Ubisoft сейчас в декабре вот начал раздавать со вчерашнего дня. Значит, бесплатная игра, лицензия вместе с мультиплеером, то есть работает. Вот хочу попробовать. Сейчас давайте попробуем врубиться. Как бы уже получается, я уже часов почти очень много не сплю. Поэтому, ребята, уже буквально перед сном делаю сейчас видео, снимаю. И, может быть, уже что-то, если и буду говорить, то уж не обессудьте. Так, добро пожаловать туда-туда, туда-туда, окей. Сперва надо настроить профиль игрока. Вот. В карточку игрока будут заноситься личные данные и сведения о прогрессе. Угу. Выберите портрет покровителя и завершите создание профиля. Так, давайте. Портрет, а как его выбрать-то? На что нажимать? Редактировать профиль. Окей, вот. Понял. Ага, тут еще, ребята, и заблокировано все. То есть можно еще это все по ходу менять. Тут, блин, муха зачесалась. Сорян. Сижу в наушниках. Так. Это я понял. Понял, что ничего не понял. Давайте. Какого-нибудь вон усатого злодея. Прекрасно. Теперь вы в нашей базе данных. Так. Можете начать вашу первую сессию. Угу. Для начала я назначу вам цели, чтобы вы могли на них практиковаться в изящном искусстве убийства. Пройдите эту учебную сессию, чтобы освоить основы атаки и защиты. Так, ребята, видите, тут тоже обучение какое-то есть. Какие-то тут финтифлюшки наверху. Так, показать список. Назад. Список игроков. Куда нажать-то надо? Ух, ёлки-палки. Ничего уже не врубаешь тут. Ага. Предыдущие результаты. Вот что-то тут все пропало куда-то. Походу мы грузимся на какой-то, ребята, сервак. Попробуйте повторить вот позднее. Она еще не вижу. Ну и ладно. Значит. Так, давайте опять попробуем. Участая тренировка. Давайте попробуем опять в сеть. Надо еще никого нету. Игра только вышла. Может быть даже серваки еще не созданы, потому что народу нету. Там какие-то ограничения еще стоят. Давайте попытка номер два. Опять ограничения, ребята. Давайте, может, надо какую-нибудь там, я не знаю, пройти тренировку. Так, начнем. О, здравствуй, тетя. Кто такая? Оба, парень с молотком. Прикольно. Что он делает? Что с тобой делать-то? Ну, бан. Первой учебной сессии вы освоите основы убийства. Как найти цель? Подобраться к ней и убить. Потом научитесь выживать, прятаться и оглушать преследователей. Вот ваша первая цель. Глядя на портрет, найдите цель в толпе и бесшумно приблизьтесь к ней. Не вижу ее. Бесшумно это как? Когда цель подсвечена белым, и над ней появился значок атаки, ее можно убить.
Сейчас мы ее... Но не убивайте мирных жителей. Так. Сейчас мы молоток в голову вставим. Уолдометр. И что ты? Все уже, что ли? Отлично. Ваша первая цель мертва. За убийство цели вы получите очки. Наберите больше очков, чем другие игроки. Сверяйтесь с портретом цели и не убивайте мирных жителей. Веди нас с Рейнских берегов! Нам у вас новая цель. Найдите цель, приблизьтесь и убейте ее. Нормально, только где его найти? Жёные свиные ножки с блёстками. Всего 5 манер на бум. Тут, наверное, ограничение какое-то, я не так понимаю. Накатить-то можно, в принципе, любому. Когда цель в поле зрения, контур портрета становится ярче. Это означает, что вы можете беспрепятственно подойти к цели. Будьте осторожны. Цель может видеть вас или быть у вас за спиной. Так, где он был? А, вот же луч идет, ребята. Сейчас мы обойдем его как-нибудь. Сейчас мы... Свиные ноги! Особый рецепт! Все, game over. Вы убили цель и получили бонус за бесшумность. Вы неплохо приблизились и убили цель бесшумно, но можно было и лучше. Ну уж извиняйте, как могли, так и сделали. Как говорится. Так. Закрыто, закрыто. Индикатор подхода рядом с портретом цели показывает качество приближения к цели. Так. Находясь в поле зрения цели, прячьтесь или идите медленно, и индикатор подхода заполнится. Когда он полон, бонус подхода будет максимальным. Так, понятно. Где тебя искать-то, парень? Действия в поле зрения цели опустошают индикатор подхода и привлекают внимание цели. Если индикатор подхода пуст, подход не удастся и начнется погоня. В поле зрения цели нельзя бегать, прыгать, карабкаться. О, как. Где-то парень где-то. Из них-то я не пойму. Оп, уходим от него. Где он этот черт? О. А вот он стоит, понимаю. Свободен. Действуя скрытно, вы смогли максимально заполнить индикатор подхода и получаете лучший бонус подхода – инкогнито. Поздравляем. Спасибо. Так, что нам сейчас осталось? Попробуйте догнать движущуюся цель. Так, где его найти? Так, там его точно нет. Ну-ка, мадам, отойди-ка в стороночку. Рыбы, креветки, крабы! Не там он тут где-то. Вот он. Е-мое, сейчас мы его тут. Наколо свежая, 3 штука, 12 связка. Ветчина, сосиски, кислая капуста. Быстрым шагом приблизьтесь к движущейся цели, не попадаясь на глаза. Действуя скрытно,
вы смогли максимально заполнить индикатор подхода и получаете лучший бонус подхода – инкогнито. Поздравляем. Ну, вообще, как-то можно обыскать, по-моему. А, он все пропал. Добыто на студии! Каждый покуп... Цель видела убийство и пыталась оглушить вас. Убейте цель сейчас же. Ваша цель оглушила вас в момент попытки убийства. Убийство стало спорным, а счет за него меньше. Но цель убита, так как в столкновении всегда преимущество у преследователя. Ну ты индеец, а ты посмотри, успел меня накатить. Цель не может убивать преследователей. Не ввязывайтесь в бой. Прячьтесь в толпе, в сене или на скамейках, чтобы застать врага врасплох. Дождитесь преследователя у контрольной точки. Если вы убили мирного жителя, портрет цели сереет. Несколько секунд вы не можете убить цель, зато цель может оглушить вас. Постарайтесь больше не убивать мирных жителей. Хорошо. Я не того грохнул, е-мое. Мирный житель убит. Ха-ха, не тому накатили, парни. Прикольно. Прислушайтесь как следует. Когда преследователь рядом, слышен шепот. Оглядитесь и попытайтесь вычислить преследователя. Не выдавайте себя. Возможно, вас еще не обнаружили. Преследователь, совершающий заметные действия, будет помечен красной стрелкой. Если персонаж подсвечен, его можно оглушить. Будьте начеку. Не мешкайте, если хотите жить. Отлично. Преследователь не опасен, пока оглушен. Но за вами уже идет новый преследователь. Лучший способ оглушить преследователя – спрятаться и напасть из засады. Ваш преследователь обнаружился. Выбирайте момент для оглушения. Браво! Вы научились искать цель, подходить к ней и убивать, а также защищаться от преследователя. Помните, скрытность нужна и преследователю, чтобы получить больше очков, и цели, чтобы прожить дольше. Угу. Так, ну что, ребята, мы прошли обучение, да? Все, он никуда не идет, походу, мы сейчас выйдем куда-то. Повторить обучение, выйти в меню. Выходим в меню. Так, тренировку мы пошли, перейти в одиночную, в Windows, давайте опять попробуем, в сеть. Так, что-то... Прекрасно, теперь вы в нашей базе данных. Можете начать вашу первую сессию. Ну, это можно начать. Вот, ребята. Это что? Опять надо кого-то выбирать. Выберите персонажа. Парень с кувалдой. Какой-то доктор. Индеец. Давайте будем парнем с кувалдой. Дальше-то что делать, е-мое, вы мне расскажите. Это что такое? За хрень. В первой учебной сессии вы освоите основы убийства. Мы уже как были. Найти цель? Мы уже здесь были, парень. Так, это что? Статистика какая-то. Архив. Документы.
тоже не въезжаю. Чуть бы продолжить. Не игрока, список игроков. Выйти, давайте выйдем. Выйти, текущий нарисовать. Вы научились прятаться и убивать. Идет хорошо. Поиск сессии. О, ребята, я попал в мультиплеер. Не знаю даже как. Видите, нажамкал тут. Сейчас будет битва. Сейчас мне кто-нибудь тут точно накатит. Так. Куда заходить, я не знаю. Это все убывает, убывает. А, тут люди колбасят. Вот оно что. Так что, ребята, еще раз повторюсь. Ubisoft в декабре, со вчерашнего дня, раздает бесплатно игру Assassin's Creed 3. Графика обалденная, физика, кому побегать, попрыгать, накатить кому-нибудь. На коняшке поскакать, на корабле походить. Я думаю, что, ребята, в принципе, с мультиплеером игра бесплатная. Загрузка сессии. Проходите, ребята, и подключайтесь, скачивайте. Задание игроков, свободная ячейка. Что делать-то надо? Е, что такое Е? О-о. Е, это не то что-то. Как назад? О, тут уже целая толпа. 4 человека. О, какой бравый солдат справа. И что делать надо? Надо... Ваша задача найти и убить назначенные цели. Не дайте другим игрокам убить вас. Солдатика надо грохнуть, короче. Где солдатик? Солдатик, ты где? Вон он. Идет. Новый игрок присоединился к сессии. Новый игрок присоединился к сессии. Первая кровь. Ах ты, ёшкин дрын, меня кончили, ё-моё. Вот это да. Ни хрена себе дела. Так. Опять солдатика надо грохнуть. Где солдатик? Вон он. Это не он. Пошел в тень. Где солдат? Ты чё творишь-то, баба? Вот это, блин, дела. Обалдеть. Где эта шапка Зорро? Следователь появился, где он? Иди сюда. Новый игрок присоединился к сессии. Это понятно. Кому он тут нахлобучить, я не пойму. Где-то шляпа Зорро. Контракт поделен. Ага. О, вон солдатик идет. Чё ты его не грохнул, ё-моё? Бабу нам надо найти, ё-моё. А где ее найти? Ха-ха!
О, нифига себе! Вот ты, блин, даешь, парень! Вот вражина! Видели, что сделал? Где эта шляпа Зорро, я не пойму. Что меня все убивают, преследователь уже. Кто-то за мной идет уже. Кто из вас? Что-то мне уже, блин, становится интересно. Где шляпа Зорро? То есть меня кто-нибудь опять тут убьет? Ни за что. Преследователь у меня какой-то. Кто там кого преследует? О-о, я куда-то к нему подхожу, поэтому вижу по. Где он? Вон он, наверное. Нет, не он. Нет, ребята, это не он. Да он делся-то, блин. Вроде была эта самая. Стала подниматься. Где эта шляпа Зорро, ё-моё? И этот черный плач. Вау! Да откуда ты, солдат? Ты за что меня убил-то, я не понял. Погиб геройский, ёлки-палки. Что-то уже такой чин, что надо всем колбасить, уже в жбан вкатывать просто. Ну, устать день. Ну-ка, давай, парень, я с тобой постою тут. Как-нибудь тут. Ля-ля-ля-ля. Кто там ветками своими стоит, машет что-то. Кого-нибудь грохнули, я не знаю, где. А-а-а, вот он сзади! А ты враг ты! Чертов! Это ты был? Давай добей его. Ну. Вот и так получи, зараза. Я не знаю уже просто кого тут колбасить надо. Преследователь. Кто из вас преследователь? О, опять шляпа Зорро. Все, в загашнике, короче, сидим. Позор тебе. Честно, как оттуда вылазить? Из этих. Контракт потерян. О! Елки-палки. О, парень, ты не просто бегаешь. Да не та ты, елки-палки, давай. Вот этого давай, гаси, гаси его, ё-моё! Не просто так он бегает, этот олень. Как тебе? Ну чё ты ему не накачать-то? О! Давай, 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 давай! А-а-а! Ёкарный бабай! Где она была, я не понял. Это шляпа Зорро, хоть кого-то дайте найти-то, ё-моё.
Кто-то за мной сзади бежит уже. Вот он. Спорное убийство. О. Мирный житель убит. Позора где-то. Вон он. Контракт потерян. Осталась одна минута. Вот этого давай грохни. А кого я там накернил-то, я не понял. Контракт потерян. Осталось 30 секунд. Давай его грохни, ё-моё, как что так? Так, тётку нам найти. Вот тебе и здрасте. Так что вот, ребята, ну это как-то я не сильно еще понял. Это, наверное, такие... Это, возможно, участки карты такие небольшие. То есть, может, есть что-то побольше, что-то поменьше. То есть, будем уже там дальше определяться, пробовать, смотреть. Так что вот, ребята, всем предлагаю. В одиночке вообще очень интересная игра, как бы одиночку проходить, там очень забавно, прикольно. Но я думаю, что здесь тоже наверняка различные сервера, различные карты. Так что от Ubisoft, ребята, заходите, Uplay, скачивайте игру бесплатную, пока в декабре она доступна вместе с мультиплеером. С вами был Driver51Rus. Всем удачки и пока, успешных начинаний в данной игре. Кто еще не играл, графика обалденная, то есть в одиночке мне очень понравилось. Ну а здесь, как бы, сами видите, что есть, как бы, ну, как бы, начальное только дело. Так что всем удачки, всем пока. Еще раз подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. С вами был Driver51Rus.